Локобол – один из самых масштабных спортивных проектов, проводимых в странах СНГ. Впервые победную сирену на стадионе «Локомотив» молодые футболисты услышали летом 2007 года. Тогда в борьбу за награды вступили 450 детских команд. «Локобол-2012» – это уже почти 46 тысяч участников из 78 регионов страны, а также стран ближнего зарубежья. Региональный отборочный этап в нашей области собрал 18 детских коллективов, причем впервые игры проходили сразу в двух городах. Вот в этом году мы провели два полуфинальных региональных зон. В Брянске играло 10 команд, две зоны по 5. Вышли победителями «Смены» и «Динамо». И в Клинцах проводили еще одну зону, там играло 8 команд. Вышли «Луч» и «Стародуб». Сейчас в финальной пульке играют 4 команды. В квартете сильнейших фаворитами числились представители спортивной школы «Смена» и молодые «Динамовцы». Соперники старые и хорошо друг другу знакомые. Однако «Локобол» – турнир во всех отношениях особенный. Сам по себе статус соревнований придает молодым игрокам сил. Мы много раз с ними играли. Нейтральные. Мы пополам, и они пополам. На тебе хочется в Москву попасть или нет? Конечно, хочется. Поиграть с великими, посмотреть на игроков. Из других клубов зарубежных, там «Милан», «Зенит». Не всем удается на финишной прямой справиться с эмоциями. Отсюда обилие ошибок, нелепые голы и, как следствие, слезы, обиды и буря эмоций. Надо одинок! Мы выиграли 3-0. Забил 2 Максим Пикатов и 1 Саш. Ну, один я вам уже рассказал. Потом после матча 10 номер взял и здесь вот мяч выбил. Вот за сетку. Ему дали желтую карточку. На этот раз удача улыбнулась молодым «Динамовцам». В решающем матче подопечные Константина Степина одолели сверстников из «Смены» 3-2. Теперь команда «Динамо-1» попробует свои силы уже на уровне Центрального федерального округа. Победитель поедет в Курск на полуфинальный этап уже всероссийского этапа. И оттуда победитель поедет в Москву на финальный этап, куда приглашены не только команды России, команды СНГ, но и команды из дальнего зарубежья. Так, например, планируется приезд юношей Реала, детей Милана. Поэтому турнир ожидается достаточно серьезным и хорошим. Дмитрий Кузнецов, Евгений Седачев. События. Брянск.